Элита спецназа. Бойцы пензенского отряда СОБР вернулись из зоны проведения специальной военной операции домой, в отпуск. Настоящих героев, офицеров, с честью выполняющих поставленные руководством задачи, встречают губернатор области Олег Мельниченко, начальник регионального управления Росгвардии Андрей Лугинин, а также многочисленные родные и близкие сотрудников. Я просто уверен, что без той работы, которую вы делали, невозможно становление нормальной жизни на наших новых территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Спасибо вам за ту работу, которую вы сделали, и желаю хорошо отдохнуть. За высокий профессионализм, верность родине и эффективное выполнение служебных обязанностей пензенских спецназовцев отметили на высшем уровне. Верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным, подписан указ о присвоении государственных наград. Героям, которые еще вчера были на передовой, стояли на страже интересов России, губернатор вручает медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медали за отвагу и за отличие в охране общественного порядка. Еще два бойца отряда СОБР удостоены медали ордена за заслуги перед Пензенской областью второй степени. После проведенного в кругу семьи отпуска спецназовцы приступят к выполнению своих служебных задач, в том числе и на новых территориях страны.